Итак, ребят, всем привет, с вами Кира. Вообще не обращайте внимания на мою внешность, потому что я только что проснулась, и мне надо собираться в школу, а я хочу снять для вас влог. Сегодня у меня два урока, несмотря на то, что понедельник, но нам поменяли расписание. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. I'm not scared, not at all. Короче, осталось еще 10 минут до звонка, и мы пойдем домой, но девочки пойдут домой, а у мальчиков еще два урока, две техны. Короче, мы идем домой, все, мы отучились, у нас было два урока. Вот. А пацаны, короче, остались. У них сколько? Три. О, четыре. У них четыре урока, а у нас было два. У них сейчас еще два урока получается. Итак, ребят, я уже дома. И сейчас я решила приготовить панкейки, потому что я хочу кушать. Like marbles, if I cry, they sparkle, you know I could read your mind. Like I'm the author, there's a line for tomorrow.